Herzlich willkommen. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Мюнхен встретился с президентом Ландтага Федеральной земли Бавария Ильзе Айгнер. Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Баварией с акцентом на обмен опытом и реализацию совместных проектов в сферах экономики, образования, законотворчества и туризма. Мне, как представителю со значительным опытом работы в законодательной власти в качестве депутата, вдвойне приятно иметь возможность проведения переговоров с вами, начал беседу Акылбек Жапаров, подчеркнув важность укрепления двусторонних связей между Кыргызстаном и Баварией. Акылбек Жапаров рассказал Ильзе Айгнер о состоявшихся переговорах с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, а также об успешном проведении Кыргызско-германского бизнес-форума. В свою очередь, Ильзе Айгнер выразила готовность к поддержке активного диалога и сотрудничества с Кыргызстаном, особенно в области обмена знаниями и технологиями, что поможет обеим сторонам развивать свои экономики и улучшать качество жизни граждан. В завершение Акылбек Жапаров отметил важность обмена опытом в сфере законотворчества и пригласил представителей Ландтага Баварии посетить Кыргызстан с визитом.